Губернатор Севастополя раскритиковал работу Севприроднадзора и распорядился убрать из ведомства, цитата, «бестолковые звенья начальников разных». 21 января в правительстве города был представлен доклад о результатах контрольно-надзорной деятельности Главного управления природных ресурсов и экологии. По словам его руководителя Сергея Самойлова, за нарушение требований природоохранного законодательства России в 2018 году было составлено 415 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 365 постановлений с наложением штрафов на виновных лиц. Общая сумма взысканий составила 2 миллиона 514 тысяч рублей. Доля выявленных нарушений по каждому ресурсу составляет в сфере охраны атмосферного воздуха 1%, в сфере нарушения правил обращения с отходами 22%, в сфере охраны земель 11%, в сфере охраны недр 5%, в сфере охраны водных объектов 7%, в сфере нарушения правил использования природных ресурсов на УПТ 7%, в сфере нарушения правил охоты 42%. Такую работу Севприроднадзора Дмитрий Овсянников назвал бумажной и посоветовал заниматься не красивой статистикой, а борьбой с реальными нарушениями. Если вы говорите, что 42% – это охота, не сданные бланки, я правильно вас понял? Да, выдачи. То тогда все остальное совсем характеризует вашу слабую работу. Задаю простой вопрос, сколько нарушений, предписаний, нарушений выявлено при загрязнении выезда с Балаклавского рудоуправления? Весь город это видит, как весь год у нас там было грязно. Вот скажите, сколько предписаний? И нарушений. Балаклавское рудоуправление, она подлежит федеральному экологическому надзору. На основании, в том числе, вашей информации. Явное нарушение природоохранного законодательства и отсутствие реальной работы. Надо не бланками заниматься. Точнее, ими тоже надо для статистики, чтобы нагнать красивую статистику, но и заниматься реальным нарушением. В 2018 году Севприроднадзор выявил лишь 3 случая нарушений в сфере охраны земель и только 7 в сфере охраны водных объектов. Сколько лиц конкретно осуществляет надзор? 20 человек. А сколько всего в составе Севприроднадзора человек? Который осуществляет надзор? Вообще всего. 80 человек. А чем остальные занимаются? Остальные? Еще раз настоятельно прошу перепроверить структуру, убрать бестолковые звенья, начальников разных, административных. Еще раз говорю об этом. Либо с вами будем разбираться и заниматься надзорными действиями, а не бумажной работой. На аппаратном совещании губернатор Севастополя потребовал в 1,5 раза увеличить штат инспекторов Севприроднадзора, а руководителю ведомства Сергею Самойлову поручил лично пройтись по рекам и просмотреть, как незаконно используются берега.